Дорогие присутствующие, сегодня действительно у нас шел очень хороший, очень много себя впитавший хореографию всех видов, и характерный танец, и классический танец. Ее постановка весны Большого театра произвела это просто взрыв. Ее постановка поставила и опера, поставила и первого премьера. А, конечно, сотворение мира, настолько любимым зрителем, что поэтому можно считать, что просто, я не знаю, вечный спектакль. Я хочу сказать вообще, что трудно в эти минуты очень сократиться. На это и сделали, потому что идет ее отличие, организатор, понимающий. Я ощущаю всех ее души. На момент,
встречный продюсер, ваш проектный продюсер, представляющий отцовщик, подсобщик, талантливый человек в области проекта. Спасибо тебе, Наталья, за то, что ты представил за времени. Спасибо тебе за все, что ты делал в нашем большом театре. Ты истинно большой артист и большого театра. Истинно человек большого театра, о котором хочется все время говорить, о котором хочется вспоминать тот период, когда ваше поколение и мое поколение были в нашем театре. Театр блистал по всему миру. Спасибо тебе, Наталья. И ты будешь блистать в мыслях всегда. Вечно дорогим тебе, царство тебе небесное. Хочу выразить искреннюю соболезнование родным и близким. Большое горе, тяжелые испытания. Особенно для Ивана Владимировича, потому что он в первую очередь потерял своего ангела-хранителя. Недавно есть такое выражение «пора я на коленку матери». Мы лишились своего художественного руководителя, который была для нас, наверное, ориентиром нашей, поддержкой, опорой. Словами не передать, сколько всего хорошего было сделано. Конечно, были какие-то и разногласия, но это всегда все разрешалось, и самое главное было творчество и любовь к своему делу, которое нас объединяло. Как балетмейстеры исполнил, как руководители Наталья Дмитриевна и Владимир Юрьевич были очень, ну, в первую очередь, они были счастливыми, любящими и гармоничными. И вот эту любовь и гармонию они несли к нам в театр. Нам очень повезло, потому что мы работали с такими выдающимися людьми. Они обогащали нас своим творчеством. Да, у них были свои взгляды, но при этом они давали нам некий образ трактовать свои партии немножко по-разному. И это очень обогащало творчество, создавало некий синтез чувств балетмейстера, исполнителя. И сложно, конечно, говорить, но это большое счастье работать вместе с ними всю жизнь. Я 30 лет в театре. И, конечно, такой большая потеря. Наталья Дмитриевна сделала очень много, это не передать словами. И хотелось бы, конечно, чтобы вот все созданное имело продолжение, потому что они этого заслуживают. Упокой, Господи, душу нашу. Очень правильно сказали, да, что творчество Натальи Дмитриевны, Асадки Ивана Владимировича Веселёва, это золотой страницы российского, не только российского, но и мирового балета. Я хочу сказать о том, что каждый из нас имел счастье общения с этими потрясающими людьми. Вот теперь я всегда в нашей памяти золотые страницы о тех вот мгновениях, часах, днях, которые мы могли проводить с этими людьми, о тех минутах, когда приходили в театр. Улыбку надали в любые времена, надо сказать, были легкие, времена непростые. Вот ее улыбка всегда внушала всем нам, что все на самом деле будет хорошо. И я хочу сказать, что это были удивительного человеческого богатства, удивительные внутренние
святые люди встречаются, и оставляют след, и я думаю, что след у него честный по общению, а не стали немножко другими, да, то есть, наверное, все не были бы тем, кто мы есть, если бы вам в юности, в своем возрасте не посчастливилось с такими людьми общаться близко. И еще я хочу сказать, что эта страна у нас очень большая, и мы все из-за больших расстояний могли приехать, но сейчас с нами очень много людей, да, из российских театров, очень много наших коллег, которые сейчас далеко от России, и мы очень просим несколько буквально слов, а передать просто руководитель Бурятского театра Андрея Балема, Владимира Косичного, который тоже в нашем театре работал, так сказать, не очень долго, но след, вот, да, я принесу свое творчество жизни, если позвольте, я зачитаю это очень просто. Нашу жизнь переоценивает сияние уникальной личности этой женщины. Каждый, кто видел ее танец, ее безмолвие, слышал ее речь, ощущал на себе ее всепроникающий взгляд, становился свидетелем благодатного божественного промысла. Вся ее жизнь, все ее творчество и даже ее уход утверждают возможность счастья здесь, на Земле. Наталья Дмитриевна была счастлива на своем большом театре, в своих 30-х премьерах и любимом театре классического балета. Была счастлива в своем браке и в своем семействе. Ее неистощимые творческие фантазии, неукротимые энергии, неустанные восхищения своими артистами оставили нам предметные хореографические шедевры. Наша благодарность и наша память знаменитой Натальи Дмитриевны Косановой. Наталья Дмитриевна, вы и Вадим Евгеньевич титаны российского театра. Трудно переоценить вклад и все созданное вами. Вы создали балет «Сотворение мира», а вы также создали великий коллектив. Театр классического балета имени вашего имени прекрасный. Коллектив с великолепным репертуаром, который составляет национальное достояние России сегодня. Для меня было особой удовольствием быть частью вашего коллектива. Спасибо вам бесконечно за доверие и за все, что я вспомнила от вашего руководства. Я приношу глубочайшие соболезнования. Иван Владимирович, Николай Иванович, всей семье и, конечно, моим дорогим коллегам, артистам театра, всем, кто продолжает сегодня и будет продолжать дело начатое вами. Вечная вам память и многие лета театра. Классического балета Натальи Косаткиной и Владимира Васильевича. Сказать за всей толпы, что для нас это колоссальная колоссальная. Весь ужас в том, что где-то дней 10 назад у нас была репетиция 1 августа кошки Наталья Дмитриевна вела эту репетицию. Принимала активнейшую участие. Я говорю, нет, не так, вот здесь вот так, пишите вот это, уйдет вот сюда. Потом упал Кортеса, и она читает Пушкина наизусть. Понимаете, какого человека мы теряем? Но я сейчас хочу, потому что она родилась еще в страну. Она еще не ушла туда, она пока наблюдает за нами на всеми. И я хочу сказать, что мы обещаем вам Наталья Дмитриевна, что мы сделаем все, чтобы сохранили спектакли, авторские все наши спектакли, именно такими, какими вы их поставили с папой. Я имею в виду Владимир Ильич. Это наше обещание, и мы его выполним. Thank you.
получает сегодня наполняет наши сердца. Мы прощаемся с дорогим для всех, для нас человеком, Натальей Дмитриевной, для нас, для многих и для меня. На этом поверьте. Просто с Наташей, нашей дорогой Наташей Касаткиной. И как и не верится, что теперь мы будем говорить о ней так, что была. Но, увы, это так. Природа человеческой жизни, она очень жестокая, она дает человеку жизнь, она даже отнимает ее, и эту природу изменить невозможно. Наташа принадлежала поколению тех блистательных мастеров Большого театра, которые вот в 70-х, 60-х, 70-х, 80-х своим талантом, своим искусством танцев украшались бледную сцену этого театра и вписали золотую страницу его истории. Она прожила большую и яркую жизнь. И главное дело ее жизни, то, чем она жила, это, конечно, был театр, танец, искусство, балетмейстерство, руководство коллективом и вообще коллектив вот этот, который сегодня переживает такой трагический момент. Это было главным делом ее жизни, и она жила этим и вкладывала всю свою душу и все свое сердце и, конечно же, весь свой талант. Он проявлялся во всем. Я хочу сказать, что жизнь мне сделала подарок. Она подарила мне счастье человеческого и творческого общения с ней многие годы и десятилетия. Я хочу сказать и поклониться ей за то, что она и Володя, конечно, они сыграли большую роль в моей, так сказать, артистической судьбе. Когда я пришел совсем юношей в Большой театр, вот в коллектив балета, и они предложили мне главную роль в их спектакле замечательном «Геологии». Вот с этого, собственно, началась моя карьера вот, в Большом театре как артиста балета, солиста балета. Это вот, это они дали такой толчок. И поэтому я благодарен и всегда об этом помнил и всегда буду помнить, пока жив. Я должен сказать, что я счастлив буду всегда с ними контактировать. И это бывало довольно часто на протяжении всей жизни. Я работал у них в коллективе классический балет, вот все эти знают. И долгие годы, всегда давал уроки, репетировал. И связь эта всегда продолжалась, потому что в коллективе многие годы и десятилетия работала моя, к сожалению, ушедшая из жизни супруга Татьяна Николаевна Попко. Вот, и в этот день, конечно, вот я ее вспоминаю, потому что это связано все с Наташей, с Володей, с коллективом. Вот. И сделано много. Прожита большая яркая жизнь, сделано много, да? И Наташа, как вот здесь говорила, Юрий Попко, который действительно, это их поколение, он танцевал с ней, и его супруга, вот Маша Скотта. Они это вот поколение блистательных мастеров характерного танца, которые, знаете, отличались какой-то необыкновенным талантом, эмоциональностью. Они были неподражаемы, они были неподражаемы. Я не знаю, возможно ли перекрыть это сегодня, вот в этой области характерного танца. Я должен сказать, что я счастливый человек, во-первых, что проработал, во-вторых, что видел все их работы и все их спектакли замечательные. А ведь надо сказать, что они в этой области сделали очень-очень много, и об этом сегодня говорилось. И балетные спектакли, и что не часто бывает, вот балетмейстеры, они ставили как раз и оперы. Но вот сегодня мы прощаемся с Наташей, провожаем ее в последний путь, она от нас уходит. Она уходит к Володе, она уходит к своему Володе. И вновь они будут там вместе, но теперь уже бесконечно, бесконечно. Это такое замечательное ПДД, это пример такой вот для нас, для всех, жизни, творчества совместного.
яркий очень пример. Наташа, дорогая, ты собрала нас всех сегодня. Мы с тобой, мы тебя провожаем. Наташа, спи спокойно. Знай, что все, что вы сделали, Владимир, свободен, все, что вы сделали, пока мы живы, пока мы ходим по земле, это живет. Это живет и будет жить. И будут сохраняться спектакли в коллективе, и коллектив будет жить. Я уверен в этом, потому что это должно быть так. Потому что такое дело должно жить бесконечно, которое вы сделали. Низкий поклон тебе за все, за твое творчество, за твою душевность, за твой талант, за все. Низкий поклон. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты была в моей жизни. Спасибо, что ты была в жизни нас всех. В жизни вот всех, кто здесь есть. И кто, может быть, не смог прийти. Мы тебя всегда будем помнить. Помнить всегда твое творчество. Замечательное совершенно. Низкий тебе поклон. И спи спокойно. Не знаю, если это в такой день правильные слова, но точно не тот, кто не среднем. Почти для всех присутствующих здесь. Это главная любовь. Для меня все-таки была бабушка Наташа. Бабушка Наташа.
Я вам научу.